Что я хочу сказать тем, у кого есть такой бойлер для согрева воды, имейте в виду, что это не что иное, как готовый электрический стул. В том случае, если нет в доме заземления и не поставлен УЗО, устройство защитного отключения на щиток домашний. Потому что что происходит в случае там В том случае, если трубы пластиковые, как сейчас, не везде, и если ТЭН, нагревательный элемент этого бойлера, пробьет на корпус, а заземления нету, УЗО тоже нету, то фаза пойдет через внутреннюю часть труб по пластиковым трубам, по самой воде пойдет, 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 по стене, потом по трубе и в душ и на голову тому, кто моется. А он стоит в тапочках на мокром кафельном полу. После чего происходит небольшая тряска человека, и он валяется. Либо ток по трубам идет к соседям, они также моются или открывают кран, и все повторяется, но уже с соседями. Так что, если не хотите убить своих соседей, то либо делайте заземление, либо ставьте УЗО на щиток, если у вас дома используется бойлер. Просто об этом никто не говорит, а я подумал, электрический стул, не что иное, как вот так вот опасно.